Хей, йога, если мы шумите, мы продолжаем радить игру под названием Borderlands 2. А, как вы заметили, я уже на другой машине, а это потому что я взял битва смертельная гоночка, да? Так, встаем. Идет отчет, я не знаю, какая теперь будет трасса. Поехали. Скорее всего, одна и та же. Я просто взял, чтобы быстрее ехать. Ой. Что-то мне машину сильно попортили. Машинку мне сильно попортили. Ладно, я думаю, не беда. Так, давай, 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 давай. Главное нигде не застрять. Это самое главное. Так, еще один круг. Ты понимаешь, что мне нужно как максимум, я могу сократить дорогу. Ой, бля, вот что это было? Я смогу только еще один круг сделать и все. Типа, я не такой же огромный гонщик, чтобы те флаги залпом. Что это за торможение? Ладно, не страшно. Ой, а вот это вот страшно, тихо. Финиш. Бам! Ух. 6 секунд. Справился. Пройдите гонку быстрее установленного времени. Ну, блин, скорее всего, тут ваншот, тут опять враги будут просто меня ваншотать, поэтому нет. Ты пойдешь туда же, где и остальные. Так, главный фанат. Мне нужно здесь бегать, забрать задание. Машина хилая против вот этих врагов, поэтому на нее лучше так сильно не полагаться. У нее прочности очень мало. Но она зато быстрая. Мих меня доведет туда, куда мне нужно. Ох, привет, это твой старый приятель, сэр Хамелот. Я создал для тебя, похоже, где-то окрестностях, безбашенных кратерах, бла-бла-бла. Можешь мне что-то так убить раков-пожирателей? Топливо. Раки-пожиратели топлива. Так, стоять. Да, блять, тупая ты создание машина. Мне нужно другой тип машины. Ну, не тип, а орудие. Машине. Поехали за пожирателями бензина. Ага, это у нас все в другой локации. Мордобой. Взять автомат у Салли. Никто не смеет пить. Он фанат. Ну, с фанатом мы... Или погнали к фанату, съездим по-быстрому. Хотя, посрать, поехали уже сюда. Южная петля. Сейчас посмотрим, что здесь локация представляет из себя. Такое. Так, это у нас автомат быстрого перемещения, так ведь?
Так, мне нужно. Главный фанат. Я понял. Ладно, я потом, Тина, сгоняю тебе. Смотрим теперь по карте. Раз, это в середине. Два, это сбоку. Дело вкуса. Там он пока что близко. С левой стороны. Дело вкуса, поехали. Так, найдите Бафогеймера. Я возражаю тем, что тебе не нравится игра, на которую я пытался деньги. Теперь ты умрешь. Ах, черт! Ребята, кому-то не понравился самый обзор. Обзор на игру хуёвый. А я пнул его вместо рук эти. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Next. Ну хотя бы ваншотит. А, хотя бы ваншотит. Так, хорошо. Бац, пусто. Блять, звуки открывающих дверей, как же они бесят. Хотя они закрыты. Приятель, ты здесь ведь? А, так это он был. Ты сказал, что бабулка наемник 2, отстой. Но ты дал им меж 60. Это было мое личное мнение. Так, байкера-убийца. Бейте байкеров. Где еще байкеры? Заметьте, что мы их уже до хера убили. Вот откуда ты палишь? Вот там что, вот... Ага, подбери теха. Морчек, не грызи морку. Так, вернуться к доске объявления. Потом. Да что сказал, сейчас по жопе дам. Аж бесите нахуй. Так, это походу в одной точке, да, у нас пожиратель бензинов и... А, не. Так, поехали чудовище следовать. Так, плюс мод. Сука, отвлекает все равно вот эти звуки посторонние, как будто дверь где-то открывается. Я вам отвечаю. Просто отвечаю. Рыли, рыли. Спасибо, искатель хранища, твоя крадность еще больше бесценна, чем стелс уровни. Так, треугольник. Стоп, я передал убить их всех. Да, в смысле? Заново? Убить всех, убить игрового критика. Ой, блядь, игрового критика еще одного искать. Как будто здесь одни геймеры собрались.
Я здесь настоящий геймер. А вы нет. Я? Да. Вы нет. Так, хорошо, забираем. Так, убить всех рецепторов. Мне на снайперку патроны нужны. Ну-ка. Пипец, пуль сколько. Монать. Совсем не трудно. Люби меня, ненавидь меня, и я отвечу тем же. Слабость. Ой. Достойная смерть, чел. Зачем вас так много? Так сложно. Убить всех рецепторов. О, я убил. И... Ну блин, ну где? Алло. Камон. Время, время. Вы у меня забираете личное время. Где? О, появились. Вот и все. Этих ублюдков с дурным вкусом больше нет. Возвращайся, когда сможешь. Точно возвращаться уже можно. А то у меня такое предчувствие, что я сейчас еще и третий раз сюда пойду. Ладно, побежали. Так. Пожиратель бензина. Выбираем. Пожрать. Так, моя машинка стоит. Хорошо. Блин, у меня хп мало. У меня уже и пуль на снайперку тоже мало. Очень мало. Мне кажется, если они третий раз такой херь сделают, это типа уже было... Будет херовенько, типа дерьмовенько. Так, я хоть туда еду, куда я думаю. Нет, я не туда еду, куда я думаю. Искатель, искатель, чудовищ. Так, нам нужно сюда. И где-то здесь. Грузовик чудовища. Так, возвращайся за наградой, чертов ублюдок. Так, иридий. Главное, чтоб не сбили, а то я помню, вот была... Играл я какую-то там часть. Я просто сдох из-за взрыва. Ну, то, что мне врезались, ладно. Так. Поехали. Я смотрю, что тут есть локации, в которые не так уж легко и попасть. Так, ладно, давайте в пожирателя. Походу, эту локацию мы полностью с вами вычистим за серию. И должны еще присапнуться. Так, убить раков-пожирателей. Давайте я здесь еще проеду, посмотрю.
Ага, то есть у нас все там. Да. Хорошо. Плохо это по патронам. А, так я их могу слышать. Наебать вот так и говорить. А, давай сюда. Так, нужно за этим еще рюкзаком смотреть. А то я уже сколько их подобрал, вещичек. Так, ладно, еще 11 места есть. Так, нефтяные железы еще. Нужно, короче, их приманивать. Вон, летят. Все. Давай, давай, давай. Ни хера не понял. Я атаковал этих животных, то мне посрать, кому я дам. Я точно сейчас буду вот эту миссию выполнять. Кстати, а что ты хочешь мне предложить? Так, конец задания. Угу. Бар в кратере безбашенности. Ага. Продать железу. Или-или. До Сархамерла дошли слухи о том, что в месте под названием Южная Петля появилась группа раков-мутантов. Он попросил отыскать этих мутантов в имя науки. Вы собирать несколько нефтяных железов, но стали перед... Так, дилеммы. Отдать их Скутеру или же Хаммерлоку? Ну... Камон. Кто первый попросил нас это выполнить задание? А? Не, сейчас кто-то будет говорить. А помнишь ты тогда фотки Мокси вернул ей? Подождите, а фотки Мокси тогда вернул? При себе оставил. Вам плевать, я уже не помню. Ладненько, побежали. Так, с пульки. Так. Искать хранилище. Бросает вызов мамочке за третье место в рейтинге. Искать хранилище, вызов мамочке. Что это ломается? Ладно, не буду читать. Ой. One shot, one kill, one shot, one kill. One shot, one kill. Тот, кто не ваншотит, умирает от пистолета. Ой, блядь, там бочка. Кто? Кто? Откуда вот палят? А, вон. А, я понял. Лучше б я стрельнул по тебе сам. Что за хуйня? Вот только что было. Ой, боже, с этими звуками проблемы. Так, ладно, как мне забраться наверх? На обход. На обход. Запускай
чел. Дальше, дальше, дальше. Бля... Ой, Эридий. Красавица моя, поздоровайся. Забираем. Привет. Так, я уже байкеров столько поубивал. Ах ты, зараза мелкая. Критическое попадание. Я думаю, где там кто по мне шмаляет? А ну вон, что оказывается. Так, а можно ли мне дать патроны на снайперку, пожалуйста? Чтобы не мешался в следующий раз. Одним заданием меньше. А, нет, 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 верните мне мой пистолет. А, я вообще даже на снайперку поменял. Так, ладно, снайперка. И деньги. Деньги тоже неплохо. Так, найдите вдоль чего-то там, что-то там. Вдоль... Так, кабель, найдите мамочку. Я должна сказать, что с нетерпением жду бой между нами. Я должна сказать? Кажется, это из-за того, что я на камни, да, запрыгнул? Или то, что я прыгаю? А вот эта локация черная, это что? Это куда? Ладненько. По кабелям, так по кабелям. Ну это походу с другой стороны. Кабеля, кабеля. Будь осторожен, мамочка любит машины именно... Так, а разве я не говорила, что мы с ней... ...подруги? Так, стоять, сори. Там поблизости магазин есть? Там поблизости нихера нет. Здесь тоже. Ой, посрать, короче. Нам уже деньги не так уж нужны, поэтому... А хоть мне только боеприпасы нужны. Дерьмо подобрал. Патроны, пожалуйста, патроны на снайперку. В таких только деньги лежат. Вот здесь могут быть патроны. Найс. В основном здесь в ящиках вообще дают то, что мне необходимо. А, так ты в этом. Ты в масочке. Тогда ясненько. Это же шла. Давай, давай, давай. Что? Я восстановил себе этот запасик. Так, здесь что-то должно быть точно спрятано. Слишком большая часть, где можно пройти, пройти, пролазить. Серьезно. Я надеялся на сам...
На самом деле на сундук хотя бы. А не, не на что. Давай хотя бы тут. Вот здесь, видите, вот есть куда там вот залезть. Туда попасть нельзя. Вот так будем лазить сейчас. О, автоматы, автоматы, автоматы. Найс, все отлично тогда. Так, вот эти открываем. Забираем, что есть. Все, продаем. Так, отхиливаемся. Так, теперь. Вот так все делаем. Что здесь? Ну, понятно, что пиздец дорогой, но очень полезно. 3-4К. Так, и патроны закупить. Все. Да, все, сейчас будет... Что такое место огромное? А какого хера такое большое место? А, я совсем забыл. Если ты хочешь, чтобы тебе или да полный слотного сердца, то я понимаю и уважаю твои пожелания. В том же время я не думаю их выполнять. Нихуя себе. Я так рада, что у тебя нашлось для меня время. Я убью тебя и наделяю сэндвичи из твоего трупа. Мотом мамочка. Пусть резина горит. И вот опять настал этот момент, мамочка, против искателя хранища. Гонг! Я понял, это жестко. Ой, тихо, 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 тихо. Да, блядь. Не, вот это издевательство. Йоу-йоу-йоу. Все. Леди и джентльмены, искатели хранилища безбашенный номер 3 на Пандоре. Ну, это одно и выше, чем 4. Ну, это неплохо сказать. Спасибо на добром слове. Да. Эй, солнышко, возвращайся, когда закончишь. Изи. Да? Так, там есть вход где-то, я не знаю. Посмотрим. Должен быть проход, алло. Я уверен в этом. Не, вот это было, конечно, жестко. Нет, ну... Тоже такую хорошую пушечку. И что, нигде ни хера годненького для меня не сположили. Супер сундуков. Жмоты, жмоты. А, побежали отсюда. Так, окей. Что у нас получается? Локация у нас закончилась. Да? Да. Бар в кратере безбашенности. Так, все, осталось добежать. Ну и все. Нигде путь не сократить. Хотя можно так сократить путь. Итак, теперь у тебя...
место в рейтинге. Я знаю, чего у тебя нет. Жировой массы меньше 1%. Сколько у тебя? Грудных мышц 2? У меня 13. По сравнению со мной это ничего. Ну и что? У меня есть пушки. Я могу убивать. Так, ладно, доедем сейчас. Будем заканчивать. Может, этот сразу выполним сразу? Квестик вот этот. Лапочка, я наблюдаю за твоим боевым мотомагией. Если на черт возьми. Зайка, даешь, я просто... Просто... Да. Нихуя не понял, ну ладно. Так, что мы делаем? Мы делаем две вещи. Первое. Отправляемся к доске. Вот. Знаешь, когда ты меньше малыш. Так, подожди, что это появилось? А, так алло. Алло, она же здесь. Ну ладно. Заводите мотор. Не, давайте я, короче, съездить, что ли, блин, я не знаю. Да давайте съездим, короче, выполним сразу ее просьбу, сдадим 2 задания. 4, да, не, 5 даже заданий. Первое это... Ну, сначала еще сделать нужно. Сейчас за фотографом. Короче, съездим... Так, блядь, сразу задание поставить. Короче, возьмем автограф. Автограф. Блядь, почему автограф? А не автограф. Автограф. У нас с вами, короче, автограф, понимаете? Без В. Автограф. Быстро сбегаем, сейчас возьмем. Вернемся, скорее всего, там, где болото. Там этот мужичок будет. Но я думаю, мы быстренько справимся. Даже если его нужно будет убить. Бля, тут еще задание. Никто не смеет ломать маму скутера. Привет, это скутер, с тобой говорит. Не видел кратера такого маленького скагов? Сына по имени Хакена. Скутер, давай по теме. Опа. А, тут обычные сундуки. Так, поехали. Раз, это легко. Фанат. Ну, правильно, там, где я и думал. Так, выследить Хамелока, убить Хэмкона. Погоди, не убивай Хэмкона. Я немного поговорил, когда сказал Скотеру, что он пытался залезть мне под юбку. Но не... Я была пьяна, честно говоря, это было взаимно, согласна. Ну, по крайней мере... Что предлагать, ты убьешь килограмм? Сначала Скотер, остался Хэмкона. Привет, почему ты до сих пор не убил хомяка? Разве ты не знаешь, что он использовал пользоваться своим братом, как скайп? Так еще и появился с ней чемпионка старая. И не забудь, я чертов щедро вознагружу тебе, если... А, по приказу скутера убить киллеров по просьбе Макси. А где ближе, то я выполню. Так. Убить хомяка по приказу скутера. Мне легче его грохнуть. Черт тебя подбери! Черт... Извини, хомяк. Познакомьтесь с моей подругой. Come through for me, Valty.
Так, выполнено. Время бежать. Так, стоять. Задание сразу выставляем. Сюда, сюда, сюда. Главный фанат. Побежали. Сейчас быстренько туда сбегаем. Так, время 35. За 5 минут, я думаю, справимся. Сали гадюка. Ой, это Сали теперь попросил у него автограф. Автограф снова. Автограф. Автограф? Ха! Отвали, болван. Он отказался? Ладно. Остается только одно. Посмотри ему в глаза. Вежливо кивни. И вышиби ему их двух нахрен! Ну, типа, автограф тоже хорошо, но голова лучше. Голова тоже неплохо. Согласен, что голова тоже неплохо. Ой. Чё, возвращаемся, да? Все поздаем тогда. Да я думаю, стоит сходить все поздавать. Это будет быстренько. Первое, это сразу у нас девчулечка. Потом доск объявлений. А после, после и после. Так, помчали. Сейчас все быстренько сделаем. У нас, кажется, в этом стоять. Стоять, стоять, стоять. Да, здесь три сразу. Так, спрыгнем к крошке Тине сразу. И машину захватить. О, нет, давайте сначала к ней спрыгнем. Так будет быстрее. Так будет намного быстрее. Так, я же должен апнуться, алло. Дайте мне ап. Левел ап. Левел ап. You know who my number one is? Еще? Так, я куплю щенка, и его зовут Энрико. Так, Энрике. Не убивать Энрике. Что-то я в опасной, да, ситуации немного. Давай, давай, еще потолкни. Так, 8 секунд. Ну, я думаю, собачку можно выгулить из следующей серии, да? Блин, получается, мы апнемся только в следующей серии. Ладно, давайте я, короче, в арену войду. Здесь мы остановимся, поэтому... Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.